Von Hamburg bis Metten, Soundtrack und Ketten wollen nur noch auf der Tracken. So viele Rapper und Drabletten zum Weg vor Tabletten, wenn ich mein Heimweh und vor Fernweh meine Eingeh. Aber wer Kaffee nimmt, ich hab Kaffee, wenn ich hab Kaffee, Zeit auf dem Holz und Sonntag. Короче говоря, мы отправляемся на концерт в АНС на Хатрусское поле. Возможно, мы возьмем у нее интервью, более того, приготовили ей отличный подарок на... Нет, это не ей. Потому что вчера у нее было день рождения. Ну, не вчера, да. И надеюсь, мы возьмем у них интервью. А сейчас ребята находятся на саундчеке. Только парни из команды Бена Александра, к сожалению, не приезжает на саундчек, а может быть, к счастью. А, в общем-то, она сейчас находится в гостинице и отсыпается перед концертом, а пьет сырые яйца, в общем-то, мирует голос и прочее. По машинам? Счастливо. Привет, привет. Проходи сюда. Сюда? Да. А, меня зовут Шелест, я ведущая MTV программы «Новая атлетика». Экстрим, да. Добро пожаловать в Россию. Итак, твои первые впечатления о России, русские люди, еда, погода в Москве. Ой, я даже не знаю, что сказать. Так много всего произошло, мы так много всего увидели. Мы летели на самолете, потом ехали в машине. Кстати, у нас очень экстремальный водитель. А потом побывали на MTV, теперь вот делаем интервью с вами. Все так быстро происходит. Нас очень вкусно кормят. У нас был ужин в клубе, где, ко всему прочему, еще и танцуют. Там все такие деловые, но еда была просто восхитительной. Ой, спасибо. Русские на самом деле мало что знают о Германии, берлинская стена, пиво, и это все? Ну да. Хотя нет, еще мы знаем, что Германия — это родина порно-бизнеса. Ага. Что? Родина порно-бизнеса, да. Да, сишь фантастик. Сишь фантастик. Я-я. Может быть, Голландия, но не Германия. Германия, Германия. Да? Ты знаешь? Что за люди с тобой работают? Окей, что ты знаешь о России? Просто несколько слов. Ой, я сейчас, знаете, наверное, буду тупить. Мы видели ведь только в фильмах, в американских фильмах про Россию. Ну, ты знаешь, что американцы думают про вас, да? Холодная война и всякое такое, кто круче, кто первый был в космосе, кто быстрее туда долетел и поставил флажок. Все это такой бред, на мой взгляд. Если ты хочешь узнать о стране, куда ты приехал, лучше, наверное, поболтать просто с обыкновенными нормальными людьми с улицы. Ну, например, или с такими, как ты. Мне кажется, что они смогут лучше рассказать о стране, они в ней живут, и они очень тепло тебя встретят. А вообще, я на самом деле очень мало знаю о вашей стране, но думаю, она хорошая, гостеприимная. Может, ты расскажешь мне или поучишь русскому? Я ведь не видела ни одной даже достопримечательности, но завтра я собираюсь в университет упущенное, у меня есть несколько часов специально для этого. Хорошо, так может быть, у вас уже есть планы приехать в Россию еще раз? Да, знаешь, я думаю, это случится. Пока не знаю, когда. У нас с ребятами сейчас много работы, мы пишемся в студии, но я надеюсь, мы сюда обязательно еще вернемся. Ну, не забудь позвонить. Кстати, интересно, кому из монстров шоу-бизнеса ты бы набила морду? Чего-чего, я не поняла? Ну, кому бы ты съездила по Индии и суперзвезд? Ну, кто тебя окончательно достал? Кого бы я ударила? Ну да, например, Рики Мартин, Кристина Агилера. А ты бы ударила Рики Мартина? Почему нет? О, боже. Да нет, я, в общем-то, никого не ненавижу. Ну, ты знаешь, есть разные
артисты, разные направления в музыке, и люди выбирают, что им по душе, они вольны, в общем-то, это делать. Да нет, ненавидеть мне некого. Вот кого я не люблю, так это, знаешь, лицемеров и людей, которые надевают маски. Люди, которые выбирают себе очень странный имидж, и на сцене они одни, а в жизни они другие. Ну, я не знаю, кого из персон тебе привести пример. Например, Мэрилин Мэнсон. Я же не знаю, какой он в жизни. Или Eminem. Может, это просто маска, а может быть, он такой есть на самом деле. Я этого не знаю, я этого не понимаю, но, наверное, это кому-то нравится. Окей, у тебя был день рождения вчера. Поздравляю тебя. И какие подарки, скажи, ты получила от друзей, от фанатов? Ой, очень много подарков. Мне подарили такие, знаешь, русские шапки. Они такие черные, меховые. Они бывают еще разных цветов. С кокарда MTV. А, армейские шапки. Ага. Только они, не знаешь, не меховые, а не из животных, а как бы из кожи. Ой, короче, они очень хорошие для суровых зим. И мне они, я думаю, пригодятся. Спасибо, кстати, MTV за это. И еще такие прикольные всякие разные коробочки, которые расписаны вручную. У нас в Германии таких штуковин красивых, к сожалению, нету. Вот, вот такие подарки. Здорово. Новая атлетика тоже хочет сделать тебе подарок. Это сноуборд для тебя. Вот это да, клево. Ну, боги сноуборда и все такое, это ты, я, да, и это тоже ты, только уже на сцене. Ого, это моя лучшая фотография? Боже, где вы ее откопали? А это логотип новой атлетики. Ага, немножко великовато. Ну, извини. Ничего-ничего, я подрасту, я обещаю, что я подрасту. Катайся на здоровье. Ну что, может быть, скажешь напоследок что-нибудь нашим русским экстремалам? Окей, русские экстремальные парни, спасибо всем. А кто мне подарил это? MTV? Да, MTV, новая атлетика. Новая атлетика, спасибо. Буду фрирайдить где угодно, в Германии, Австрии, может быть, в Дольдене. Здорово, молодцы, спасибо. Спасибо тебе. Отличного тебе вечера. Окей, я буду учить тебя сегодня вечером немецкого, а ты меня русским, договорились? Да я знаю, на тюрлих. О, ты знаешь, да, знаю, конечно. Спасибо. Это была Сандра из группы Guana Apes. Вот мы все-таки вручили эту доску наконец-таки уже. Вот теперь с спокойной душой могу отправляться в Новосибирск. А знаешь, я сегодня вечером улетаю в Новосибирск. Это в Сибири, ты знаешь? Ты живешь в Новосибирске? Да. Почему? Нет. Ой, я и в командировку. А, в командировку. Тогда тебе понадобится это? Нет, в Новосибирске жара 35 градусов. Ого! Да ты там загоришь и будешь ходить раздетая? Да, спасибо. Спасибо тебе. Пока. Все? Это все? Спасибо. Все свободны. Лично я и вот Матрица, как теперь по-новому называют Митрофана. Грех так не назвать, да, парня? Ну так вот, мы вместе с Митей буквально через час отправляемся в аэропорт Внуково, дабы вылететь в Новосибирск, потому что завтра там состоится грандиозная акция «Новой атлетики». Мы специально приехали сюда на один день всего лишь, то есть утром прилетели, сегодня опять же вечером улетаем, это 26 мая, дабы вручить Сандре, солистке команды Guana Apes, сноуборд. Она сама сказала, что ребята будут ее теперь за это ненавидеть, за то, что у нее есть сноуборд, а у них нету. Ну это уже ее проблема, это уже не наша. По крайней мере, от всех экстремалов России мы вручили ей эту доску, она была безумно счастлива, и все. У нас уже, по-моему, заканчивается регистрация, так что все ребята едут, вот эти вот, нашу крю, новоатлетическая, едет на Ходынку, будет снимать там концерт Guana Apes, который вы тоже увидите скоро-скоро. Мы вот с Митей, вот смотрите на заднем плане. Мы все, мы валим в город Новосибирск. Знаете, сколько там градусов жары? Там 30 градусов жары. А вы остаетесь здесь в дожди и обещали вечером снег. Так что Guana Apes будет выступать, наверное, под снегопадом. Ну, по крайней мере, так экстремально. Я не же панковская команда, экстремальная, орущая и, в общем-то, зажигающая. Все, наша миссия закончилась. Слава тебе, Господи, отделались от этого сноуборда.
уже консультации по поводу машины происходят. Ну хватит. Don't wait, don't wait back.
Thank you.
Спонсор программы